Здравствуйте, меня зовут Никита Родионов, мне 13 лет, мой рост 164 сантиметра. Недавно мы закончили проект «Многодетство», который снимали 2 месяца, там я исполнил главную роль. Более 8 лет я занимаюсь дзюдо, закончил театральное отделение в школе искусств. Более 4 лет был ведущим на канале «Карусель» в 2 программах «Навигатор новостей» и «Навигатор у нас гости». Стою на балансборде, катаюсь на горных и водных лыжах, играю в бильярд, делаю трюки на трюковом самокате, катаюсь на велосипеде, роликах, коньках. И вообще могу все, что угодно, а если не могу, то научусь очень быстро. Всем спасибо за просмотр. До свидания.